Серег, есть один вопрос, который очень интересует наших фанатов. О чем были вот эти вот подряд тайм-ауты вчера на матче с Фейс? Мне виделась картина игры, которую делает Фейс Клан, и я считал нужным подсказать ребятам в те моменты. Там было две паузы, это раунды за два были. Uh-huh. Я считал, что это паузы важны. У нас был план за атаку. Я понимал, что одной паузы может быть достаточно, при том, что когда за КТ ты три используешь, это не есть хорошо. Ну вот, и одна пауза поставилась случайно на эко. Вот как раз одной последней, при счете, по-моему, 7-5, ее не должно было быть. Блин, это обидно. Да. Мы вчера разбирали полностью, наверное, наши матчи, проигранные карты и так далее. Какие выводы были сделаны? Если какие-то выводы были сделаны касаемо менеджера, то, что мы сыграли не в ту игру, которую мы обсудили, по ряду причин. А касаемо Нюка, была провальная атака. Еще один день, еще один важнейший матч. На этот раз оппонент команды Big. Наши ребята уже за компьютерами, настроились, готовы побеждать. Ты хочешь Ancient играть? Я Ancient не хочу играть. Я хочу. Только что завершилась наша вета. Сережа пикал карты против Big. Да. У них мапа 8 карт. Мы ожидали, что они забанят либо Нюк, либо Вертига. Из этих двух карт нам комфортнее играть скорее Нюк против них. Они забанили Overpass, мы пикнули Нюк, они пикнули Мираж, это ожидаемо. Дальше мы убрали Ancient. У них последние две карты победа над хорошими соперниками. И Decider у нас получается Anubis. Интересная вета. А ты думаешь, они так испугались нашего Overpass? Почему они убрали его? И у них это одна из худших карт. По-моему, худшая. По-моему, худшая карта, да. Плюс мы последний Overpass хорошо сыграли. Победить хотим? Смотрим, вот это желание взяли, в сердечко засунули. Качество игры нельзя повысить за счет многократного нажатия таба, за счет ударов по монитору. Качество игры можно повысить за счет чего? За счет спокойствия. Коммуникация — это предложение, это инициатива. Помогайте друг другу, предлагайте идеи. Всем свет! Умницы мои! Ну, не хочется, конечно, на ухо человека кричать. Excuse me? Драконы здесь! Драконы здесь! Драконы здесь! Погнали, парни! Погнали! На всякий случай, когда вниз, если подойдем, тоже с фокусом, что может быть какие-то крысы, на всякий случай. Идеально рискую, погнали, братцы. Я готов, парни. Я готов. Я жить. Готов. Гоу. Дал раз флеш. Дал два флеш. Бом. Будку морик, давай. Мэн, на будке. Плент. На будке плент. На будке убил. Плент. 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 Девять. Второй. Девять. Давай, давай. Мэн смотрю. Сейчас радио чекну. Мэн. Мэн. Можешь прорвать мэн. Иди транс. Контакт. Я вниз иду с тобой. Давай. По левой пройдет, я право смотрю. Велосипед. Один по левой пройдет. Короткий открыт. Секрет больше нет. Я иду в короткий на бомбу играть. Плент убил одного. У вас вилки, вилки. Дэвид. Хорош. Хорош, пиздато отыграли. Я буду за открытой выходить и забирать деньги, мужики. Давай, Малик. Даю смог, дал. Вот куда мы дали вилку? Флешки проходите, проходите. Дальний выпишу. Стенка, дал флешку, раз, плент. Дал, там бегов. Стенка еще. Там бегов, бар, две. Кидай. Раз, два. Малик вент, дал. Плент убил. Девять. Девять. Нету спина. Девять убил. Десять. Аккуратно. Мэйн аккуратно. Девять возьму. Ставь. Я релаут. Бомба на девять. Выйдет, бро. Парю девять. Но он не горел, он должен быть мэйн, парни. Либо девять. Дверь. Ушел, уйдет в тебе рук. Смотрю. Я прыжком чекаю, я с мута бачу. Бутка. Хорош. Длинная открытая, если что. Длинная открытая? Да. Молит, дашь еще фаш? Нет, да. Еще. Дал. Хорош. Подеть мог прийти. Кого нету? Мэйн убил. Хорош. Хорош. Подеть. Ласт, это радио мог в теории мог быть? Мог не избыть тоже. Красавчик, Роб. Это что, фишка отставна? У меня флешка плент будет, пацаны. Выбежишь на сотку, Игорь, прямо, окей? Да, давай, напрямо выбегу. Жди 3 секунды. Даю флешку, дал. Давай, я выбегаю. Дал флешку, ближку. Дефлешка будет вам. Игорь деф. Это деф. Тебя киты. Я беру деф. Будку забрать. Будка, Сергей. Сергей, куку. Сергей. Сергей. Я деф. Я деф. Долгие стояния, просто когда Робер за мейном стоит, вы 3-0, просто стоим. Что на цели? Побыстрее подойдите, гамбит перекурит. Стаки А, выходим на тетрис, ниндзю допрошиваем. И между аккуратно. Да, и между аккуратно. И когда в размене что-то происходит, чуть побыстрее, чуть почетче, именно побыстрее нужна луна. И за КТ, да, в тайминг, если у них резких раундов нет, начинайте собирать инфу. Команда скриптовая, дохуя гранат кидает, нам нужно, чтобы мы в движении у них выиграли, понятно? Погнали. Да, лучше. Яма вышел, два ямы вышел. Хорош. Я ушел. Я ушел. Флэш на тобой, бордам. Б на тебе. Окей, 90. Джангл. Джангл. Не релоут. Еще просеть? Убил его.
А где между? Бро? Между, между. Между, убил, между. Вышел тоже. Убил между. 90 апекс. Аккуратно. Хорош. Яму убил. Уходит. Бегай, Паш. Между давит. Я живу просто. Между бью. Надо максимально время. Полплен, сейчас буду убивать. Давай, давай, я на твой контакт бегу. ДТ пропустишь? Белла, ласт плент где-то. У меня плент между, плент между. Джангл спенч. Спенч. Хорош. Гам здесь это скрам, Паш. Я вторая. Пурьяма, 90. Окей. Голова, голова, между кримба. Между убил. И под головой еще. У меня есть переиграть. Переиграть. Лавочка, лавочка, пикать, лавочка. Еще убил. Паш, ты один. Еще, голова, звук. На головах один. Двое, еще один. Еще один. Там Олег Форест. Эдвард убил. Хорошо. Два смоке. Смоком. Убил по два. Хорош. Ставлю бомбу. Олег, я считал. Нет, убил. 5-2. Я зиг забрал. Роб, я под тебя убью. Звук, зиг идет. Авик убил. Хорошо. А метом, он, наверное, меня ищет там. Мэн чек убрал. Мэн не вижу. Подал пика. Пик окна. Он не видел. Мэн. Хорош. Нам предстоит третья карта. Мы выиграли вторую против бегов. Времени мало, но все-таки не могу не спросить, Робчик, что за обмен любезности у вас там был? Расскажи. Ну, короче, он первый раз заорал жестко, там, когда Игоря зарезал, и начал такой покраснел, но потом начал улыбаться, было видно, что он типа шутку по-доброму. Потом я ему там, типа, начал вот так показывать, что-то там. Потом начал ему вот так, типа, бровями ебашить. И потом начал ему орать в ответ, когда мы брали жесткие клатчи какие-то и обидные для них раунды. И он сидел еще улыбался, знаешь, когда я орал. Давайте катать, короче, Counter-Strike. Весело, задорно, общаясь и разъебываю пацанов. Мам, прости, пожалуйста. Драконы здесь! Эй! Погнали! Я дам джейнг. Я Молик. Ближе к баре. Дым, Молик, ты хуёвый, хуёвый дымтэш. Окей. Я даю джейнг. Дал джейма. Окно спутро. Тобой это. Да, флешбэ. Размен, Паш. Убилого. Хорош. Аптеку спутро. Хорош. Будет толпа, там Молик даю. Так. Упор нет. Мужики. Нет никого. Смоплан даю. Давай, давай. Грядитесь ко мне. Давай, какие врывы здесь? Вы вдвоем, парни. У меня на 8 джейм. Надо авик вот не отдать. Джейм, я отдал. Авик не отдать. Не отдай авик. Я иду под АБ сразу. Я конфликт. Авик убил. Хорошо. Меня респонсер. Авик тэшка. Авик на Б. Фейм смотрю. Кон отошел, кон отошел. Фейм смотрю. Фейм смотрю. Фейм отдал. Хорошо. Фейм смотрю. Фейм смотрю. Хорошо. Медленно, 4-2. Можем зайти, можем зайти. Зайти и потом выбить. Тэш, тэшка, тэшка, один тэшка играет. Упор, упор. Жить надо, тэшка, ребят. Тэшка, 10 хп. Тэшка, пойду, я отошел, парни. 10 хп? Игорь, ты с коном могут выбить. Нет, ты 10, буду убивать тэшку. Давай. Спон вышел. Я кон смог. Спон вышел, спон убил. Ласт, тэшка. Нарёшь! Это Б, подождите, я дым ебало кишел. Меня отъебали. Банан, заходи. Еще банан. Два. Еще. Тэшка один. Тэшка убил. Тэшка. 4-1. Жить. Чил, чил, чил. 20 секунд. Да, чил. Смотрю банан. Смотрю банан. Банан, банан, банан. Ганны перекинут, все нормально. Красавчик, парни. Умница. Малюк Б. Могли сейчас наоборот сыграть на Тэшка. Тэшка, напор. Банан смотрим. Пачка, смотрю. Тэшка потушили. Роб, я съебался. Не отдаете бомбу? Звук. Нет. Алик Тэшка? Алик Тэшка, да. Не могу пикать. Малюк Тэшка дал. Тэшка на выходе. Да убил одного. Смотрю Тэшку. Тэшка на выходе был. Я обновил. Не подставляйтесь под Тэшку. Я на выход смотрю с вами. Я вышел в толпу. Тэшку Малик дал. Ребят, может вместе Тэшку убьем? Я лево. Убивайте вдвоем, я заберу мейн. Тэшку дали. А я отошел, я отошел. Я отошел. Я прячусь тут. Флэш банан дал, да. Джейм банан был, да? Да. Тэшка еще один. Бомба джейм. Играй на меня, играй на меня. Да, я буду байдить. Город не смог выйти. Банан смотрю. Я банан. Второй есть инфа? Он запикал Тэшку. Я живу. Я после вас буду пикать. Банан, банан, Тэшка. Надо убить. Банан убил. Найс, блядь. Че там? Убил. Чуть не отдали камбэк, но все-таки сдюжили, все-таки выиграли свой форс, выиграли свой двойной сетап с двойным авиком. И едем дальше. After Spirit Survive Elimination, I just got to touch on this Anubis. That first half, the way you guys dealt with Big, you had them from the very start. How did you even manage to pull that off? Because they've been a pretty good Anubis team. You had a good read on them? Not sure about the great reading of them. It's pretty much more about us doing it like kind of pretty well on this side. We just played this slowly, we expected, because they had more demos, they have more Anubis played, and we had material to prepare for, while we had only one match on Anubis, which was 2 days ago against Proud. And I don't think, I think BAG is pretty much the team that is basing on the preparations, yeah. But they don't have enough material for Anubis before this match, so it got
he got something for us, maybe. And towards the end of that map, though, did you start to worry that he might have been able to make a comeback, or did you just try to keep everything calm? Honestly, I kept this completely calm. We just threw a couple of clutches. I think the second one round of the half was 1v4. There was also 1v2 and especially 1v3 when I ran. Yeah, that was insanely bad from my side. But overall, yeah, everything was all right. We just lost a couple of buy rounds, and after we lost a couple of buy rounds, there's eco rounds, which we are not really winning on this map. So that's how they took a lot of rounds. Well, they may have taken a lot of rounds, but you guys got the win and you've eliminated them here. Your journey will continue. Всем cool. А что говорить там? Только что закончили играть игру с BIG. Выиграли 2-1. Каким-то образом залили наш пик. Потом отыгрались на Мираже. И добили оппонента на карте The Anubis. Игра складывалась очень просто. Но потом мы немножечко поплыли. Начался камбэк. Но мы смогли справиться, собраться и выиграть. После очень тяжелой серии с Big, тренер наш Халли решил дать ребятам отдохнуть, и в качестве своеобразного тимбилдинга они играют настольную игру. В чем суть игры? Короче, надо очки набрать к концу игры. Ты получаешь карточки и очки получаешь. Ну что, ты можешь драться? А еще ты можешь меняться местами. Я, короче, здоровый как черт, я могу любому пизды дать. Это вообще баг. Вот обычно другой чел побеждает. Вот я ненавижу, я хочу, вот этот чел сдох, я получу экстрачки. Короче, вот это у меня тема еще есть. Я могу пить. Ты кто? Миледи. За меня кто-то вступается, ребят? Сноб, вот этот вот сноб нападает на беззащитную миледи. Порядочки, куда? У меня ручки вот такие, я пока вот это сделаю, туда я полезу, ребят. Я играю за девушку, которая собирает украшения. Боцман прикормили, боцман Боря, это самый жесткий драчун в этой игре. Есть у тебя, нет ничего у меня, меня с ноги дадут, я улечу. Помоги капитану. У меня ничего нету, у меня 3 дамага. Хочешь я вот так вот лапкой чик-чик-чик? Знаешь, что мне Серега оставил? Водичку попить, блядь. Я это проверил, это друг соврал. Ты посмотри, ты черпак ему попал. Мы с Пашей с Борей поставили на место Роберта и Игоря. За что? За агрессию. Паш, почему с тобой все пиздится? Я не знаю, что я им сделал. Кто-то хочет вступиться за прекрасную женщину? Я не могу вступиться, я вон леденец сосу. Смотри, у тебя будет минус сердечко, а у Сереги плюс жажда, поэтому я просто посмотрю на это. Зачем? Не, у Сереги помоги, появляется плюс Борис, жажда. Помоги. Кто-то миледи помогает? Раз. Борис. Два. Давай, пожалуйста. До трех считаю. Мы разъебем. Три. Никто Лёня, миледи не помог. Помоги ты хотя бы. Лёня. Миледи. Какой-то очень жесткий кибербуллинг происходит. Саня, у меня нож остается? Да. Я сейчас зарежу нахуй. Костян, у меня эмоциональное опустошение, меня просто въебут в пятером почему-то. Ребят, кто-то за меня будет вступаться? Мальчики. Помоги, пожалуйста. Я убил Пашу. Боцман за бортом. И у боцмана нож забрал. Роберт без сознания. Остались я, Леня, Игорь и Черпак. Я, Леня, Игорь и Черпак. Боря, ты не охуел? А зачем ты меня убить хочешь? Ты на карте пиздишь. А ты не пизди у меня, я не буду тебя пиздить. Да, мужика драться. Я вижу, вот он молодой мой. Вот он мой. А, я пистолет забрал, ребят. Волына есть. Чем закончилась игра по итогу? Серега выиграл всех на крысчик. Мы недавно приехали на арену, Сережа уже задрафтил. Они играют 7 карт, и мы ожидали, что они будут банить Вертига, потому что со всеми соперниками у него убрали, они его убирали. Единственное, Нюк они играли один раз за месяц. Они его начали играть пару месяцев назад. Они проиграли биг 16-2. Мы выбрали Нюк, ожидали от них Мираж. Они пикнули Варпас. Мы к нему готовились. Мы убрали Мираж. И третья карта Анубис. То они отталкиваются не от себя, не от своей силы. Мы таких любим. Жень, хороший карт. Играть можно. В Лиге там много играли, много прокатились. Там монгольцы до этого. Мапул ебейший. Ждал ли одно, включили другое. Комфортно ли ты себя чувствуешь на картах, которые будут? Нюк, Оверпас и Анубис. Да, на самом деле вообще пофиг. Это ж модельки просто. Команда Liquid — это команда, с которой мы больше всего проводим времени на прак-сервере, а также
достаточно часто встречаемся на официальных играх. Эта команда имеет в себе сильных индивидуальных игроков, которые могут составить хорошую конкуренцию. В какой Counter-Strike они играют? Серег, в какой Counter-Strike они играют? Ясно. Virtus.pro, помнишь? Virtus.pro, помните? Сейчас. Кровосток встречу сейчас. Давай, Серег. Руки помню. Борис, удобный сетап? Да, ну, сент, сколько побольше, у него очень маленький. У него 1,4 сента. А из вот людей, которые вот здесь висят, везде, в зале, ты про Чукова играл 1,6? Него. Олаф играл, в 1,6 был плохо. Маркелов, Паша, Зевс, Карн, Сикс, Царство Небесное и Кубин. А вот там? А с этой стороны Гдипникс, он, кстати, тоже плохо был. Плохо? Да. Самый жесткий — это вот он. Да. Это number one. Качественная игра. Вот чего я хочу сегодня от вас. Качественная, размеренная, уверенная, дисциплинированная. Четко, собрано, уверенно и все вместе. Залёшь ковер. Поехали. Team C! Мы сразу договариваемся, четко делаем свои вещи. Да, за каждый раунд боремся. Если видим то, что мы замедляемся в размене, быстрее соображать. Нам сейвы не нужны. Давай, сейчас рестарт пойдут, ты такие отбили, поехали. Поехали. Погнали. Погнали, парни. Молик 9 дал. Аккуратнее в спину мог пойти. Где-то, да, эпика. Взял. Это. Прохожу. Я в дефо пройду. 9, смотри мне. 9, смотри. Заберу, сейчас заберу. И 0 аккуратно. Смог мейн есть? Смог мейн. На 9 буду ставить. Игорь, разок дерну. Давай. 9 пока смотрю. 9. Убил 9. Живи, живи дальше. Ставлю еще 9. Коротко пока смотрю. 9 пика. 9. Я пойду по стенке, бро. Мейн. Стенка! Смотрите, будете гамоть. Будут играть очень медленно, будут как Г2 проходить улицу втроем, отбивать упоры, потом начинать кидать, шатать рампу, вот эта вся хуйня медленно будет это выходить. Окей. Желание жесткого победить, там, блядь, что-то сделать, пересраться, блядь. Мы очень аккуратничаем, пиздец. Типа, мы играем всегда нюк уверенно, вообще. То крыс перечекать, то еще что-то, блядь. То, блядь, там где-то не досмотреть, блядь, расслабиться. Просто сидите, кайфуйте вообще от игры, пацаны. И парьтесь за чё, блядь, играть его как в кайф вам. С Гошкой мы начинаем, блядь, сомневаться в этих-то деталях, блядь, нам дают пизды. Не сомневайтесь, просто играйте, и все. Нужно будет от тебя молик, Лёнь, и стриховаться. Там будет, окей? Да, да, Моля. Здесь, здесь молик. Убил. Прыгай на фотку. Выхожу. Клишка. Клишка, чел. Дверь убил. Клишка, плохо. Клишка, пас. Хорош. Деф, Игорь, деф. Деф, Игорь. Ну что, пацаны, самый лучший камбэк в мире? Дверь не вижу. Мейн. Мейн навик. Мейн забрал. Дверь. Мейн убил. Хорош. Дверь. Смотрю, не упадет. Ивент не будет, окей. Он сейвит. Право короткое. Мейна не вижу. Игорь, бежай. Два будет. Тику сингл. Взял. Молик дали. Сингл. Я сгорел. Блять. Да. Вот и закончилась первая карта против Liquid. К сожалению, мы проиграли ее 12-16, отдали много клатчей и не добрали раундов из-за этого за Т. Не смогли оформить камбэк. Мы когда с ними сидим в праке играем, нам очень понятно, как они двигаются, очень просто играть. Здесь начинается, я перечекаю. Один раз они пожали радио, Игорь двоих убил. Потом всю игру мы думаем, то, что где-то спине будет. Но когда не поп, блять, они просто улицу даже не смотрят. Они стоят там, либо два рампа, три на, либо три внизу вообще стоят, просто монету бьют. Просто выйти, поставить бомбы и доиграть раунд. Кричали, да, после игры, мужички, значит? Давайте, парни, важная игра, давайте посерьезнее собрались. Сейчас, Сань, будет важная игра. Вы что, парнец? Я думал, Сань, ты скажешь, Паш такой, уи-уи-уи-уи-уи-уи. Погнали, Бёмон. Пахни, гоу, пахни, погнали. Давайте, парни. Флешки на монстр где? Зик. Зик, уходи. Один монстр, один Зик, смотрю. Зик, умер. Пять-два. Роберт, какая у тебя мужская рука стала? Второй авик. Может быть, фанера. Фуза были? Лучший раунд. Красиво, пиздец. Давай. Два. Пико лонг кроп. Дел вижу. Слева, Дел. Дел убил. Налево выйти. Не торопитесь. За иксом.
И кто бьет? Оживи. Трак будет. Трак. Два трак. Еще трак. Оживи, все. Оживи. Банк второй. Банк. Дэл вышел. Банан пикает вас. И трак второй. Пикает трак. Ты уверен, что трак больше? Да. Трак. Трак без гибла, без гибла, без гибла. Банан, да, звук. Ставлю под себя. Давай. На бомбу пошли. Пройдет тебе, пройдет тебе. Тачка дэв. Послушайте, парни, первый раз не будут дефузить. Окей, доверьтесь. Окей, и тогда на второй кину. Банан может прийти. Первый раз не дефит, не дефит. Банан аккуратно. Топит. Давай флэш. Даю. Дал. Дефтон. Давай флэш. Взорвется имба. Хорош флэш. Хорош! Хорош! Арена нет, мог уйти уже. Да ничего не тогда. Он в подвале, он на трубу лезет. Окей. Я на ролике. Хорошо. Еще один дига, еще один дига. Подвал нашиваю. Зик убил. Дальше. Б оба умерли. Подвал один. Подвал мог на трубу залезть. Б это играем. Стой. Да. Иди, Паш, слово, иди, проходи. Хорошо. На трубе осторожно. Да, чекай. На трубе. На трубе сиди, сейчас убью, сейчас убью. Давай, давай. Сейчас убью, жди. Хорошо. Можно закрыть меня, звукать колпу его. Я с тобой. Перед банком. С тобой. Хорош, блядь! Нормально, нормально, Сань, работаем. Но мы начали за КТ, и было тяжко. Плюс я еще пару раз исполнил хуйню. Въебали несколько раундов, я не спас Пашу. Но ближе к концу половины наковыряли что-то 7 раундов вроде, да? Короче, за теров мы просто катали медленно. Там что-то шатали, дергали, и получалось как-то убивать, как-то доигрывать раундов, пару раундов в лейте. То есть, ну, в отличие типа от Нюка, лейт-таймер раунда выиграли несколько раундов ключевых, и все. Время 23:15 по местному. Вторую карту выиграли. Сейчас третью будем играть. Да, готов. Дал раз. Дым нам дали. Побежать нам в дым. Дал флэш. Дал флэш него. В дыму один. Один. Один тэш бил. Убили его. Дым выкатили. Два пачка ставит. Паша, у тебя в команде есть. Идут в КТ. Нахуя. Флэш? Ходи. Хаем мне дали. Пикаю. Раз. Раз. Я забил хуйню. Еще хаем мне дали. Вышел. Не вышел. Еще два. Еще один. Я живу. И вышел из дыма. Не вышел. Девять. Жить. Время. Жить. Мейн ласт. А, мейн. Лучший. Алло, тут? Алло. За КТ, парни, не дергайтесь. Если мы стоим, то пал уже проиграем. Играем до того. Роб, ко мне придешь? Да, я с тобой. Я в мейне. Итак, аптекарь, ты смотрим? Банан убил. Хорош. Роб, мид тебе. Забираем мид. Мид тут. Контролю все. Дики, забери мейн заход. Да. Мид прошел, 10 кп убил. Итак, бегаем. 9. Мог еще пройти, да? Убил еще одного. Хорош. Аптека. Еще. Папа. Еще один. Хорош. Бомба. Еще раз мог. Такие тут гребы. Не выйдут, запушил. Не выйдут. Банан катачит. Живи. У вас была пачка. Давай, один был. Не отпущу его с аптеки, с бомбой. Ну, окей. 10 кп у него. Мид идет второй. Еще. И мид перед бананом. Мид идет. Звук. По мне играет. По мне. Убивайте. Хорош. Умницы, блядь. Сейчас, подождите. Ни хавика не было. Успею. Мейн убил. Еще один мейн. Дубра. Я здесь слоу пойду очень. Мид не вижу нихуя. Смоку может сидеть. Я не вижу. Смоку сидит. Мейне. Ты получился. Пигем. Ну что, мужчины? Пойдем тренироваться. Нюк бы выиграли, все было бы нормально. Да ладно, надо себя кто успокоит, Серег. Нет, так и есть. Итак, давайте подведем итоги ЕМ-Катовице 2023. В целом, можно сказать, что выступление на турнире было чуть ниже среднего. Такой вывод можно сделать после матча с Ликвид, который мы сыграли не лучшим образом. Заняли мы на турнире 9-12 место. Проиграли команде Ликвид в самом конце. Если бы мы выиграли этот матч, то нам бы предстоял еще матч против FaZe Clan за слот в плей-офф, что уже было бы хорошим результатом. Возможно, поражение от FaZe было бы средним результатом. Но вот имеем, что имеем. И в целом в этом выступлении можно выделить и положительные, и отрицательные стороны.
Среди положительных сторон я могу выделить то, что в первую очередь Анубис является достаточно хорошей картой, которую мы не боимся играть, потому что до этого у нас была только практика на тренировочных матчах на ней, и мы не знали, чего от нее ожидать на официальных матчах. Мы сыграли 3 Анубиса, 2 из них выиграли, 3-й ввели очень сильно за атаку, и за КТ Liquid с нами справились. Но в любом случае, если поработать над дефенсом, то это будет достаточно хорошая и комфортная для нас карта. И мы будем рады ее играть в будущем. Также можно выделить такую тенденцию, что первые матчи в начале турнира мы играли достаточно посредственно. Была плохая коммуникация и прочие факторы. Но с течением турнира, чем дальше, тем было лучше. И в целом можно сказать, что мы потихоньку, так сказать, выходим из режима зимних киберспортивных каникул, и скоро у нас будет еще больше ланов и больше турниров, чтобы набрать хорошую форму и на пике уже приехать, например, на тот же РМР или даже на мажор. Если говорить про отрицательные стороны, которые можно выделить на этом турнире, то в первую очередь это то, что мы проиграли достаточно много нюков, что является нашей ходовой картой, и мы не ожидали такого перформанса со своей стороны на этой карте. И в целом мы сыграли из 6 матчей, мы сыграли 5 нюков, 4 из них проиграли, выиграли только один против Greyhound. И этот результат является крайне плохим, потому что мы в свою очередь играли против команд, которые не особо известны своим нюком, а мы были известны своим нюком, и надо будет на нем подработать и восстановить его в порядок. Плохой деталью была наша коммуникация в самом начале турнира, но с течением времени мы обсуждали это, мы работали над этим, и к следующим матчам, которые были после матча с НИП, где у нас была провальная серия, мы уже коммуницировали лучше, играли лучше, общались, и все было вообще нормально. Ну и третьей негативной частью, кроме достаточно больших проблем на нюке, я также могу выделить какие-то проблемы, которые мы встретили на Энжинте после обновления карты, потому что в течение всего 2022 года это была наша самая сильная ходовая карта, вот просто без единого шанса. На лане мы ее поиграли один раз, наверное. Все остальное там в онлайне чуть-чуть. Но в целом это была наша суперкарта. И мы сыграли ее против фейзов, взяв всего лишь 5 раундов. Это был провальный результат на этой карте. Но в целом, я думаю, нам нужно будет чуть больше времени, чтобы приспособиться к ее изменениям. И мы сможем играть ее вновь хорошо. В целом, как я уже говорил, несмотря на то, что результат на этом турнире ниже среднего, не стоит сильно расстраиваться, потому что впереди у нас еще есть несколько ланов. Также у нас есть материал, над которым стоит поработать. Также мы знаем и выделили некоторые основные ошибки, которые повлияли на наш перформанс. И у нас есть время поработать над этим и уже на следующем турнире сыграть лучше. Всем спасибо, кто смотрел наши влоги с этого турнира. И спасибо всем, кто нас поддерживал на этом турнире. Скоро увидимся.